Что это было? Я ничего не вижу. Беги, не дай солдатам схватить тебя. Корете! Ну! Они прошли здесь. Что? Эцио и горожане. После нападения, теперь я их вижу. Дезмонд, это непросто, но попробуй собраться. Сосредоточься на настоящем. А если я не могу остановить видение? Может, я скоро начну рисовать символы на стенах? Не шути так, Дезмонд. 16-й мертв. Давай сфокусируемся на настоящем. Отлично. Я туда пролезу. Готов. Ты сможешь поднять ворота? Нет, я пока еще не хочу кончить, как тот скелет. Я поищу обход. А летучие мыши? Где? Ну, мало ли, вдруг буду. Напомни мне не ставить тебя в дозор. Дезмонд? Снова призраки. Я здесь. Не уходи далеко. Тебя не зашибло? Нет, мама не пострадала. Дезмонд, здесь не забраться. Может быть, ты меня подсадишь? Плохая идея. Может, я подкину тебя, а ты схватишься за выступ? Это еще хуже. Иди за мной. Может так? Что ты собираешь? Спасибо. Всегда, пожалуйста. Интересно, сколько этим тоннелям лет? Средневековье. К счастью, подпорки пока выдерживают нас. После стольких дней в анимусе я уже не уверен. Не хочу тебя обидеть, но ты очень растолстел. Да. Я сказала Ребекке опустить анимус. Серьезно? Нет. Наверх? Готово. Когда я был здесь... Тогда Эцио был здесь. Ну да, конечно, Эцио. Не нужно было тебя впутывать. Это неправильно. Но если серьезно, то, по крайней мере, я жив. И все благодаря тебе. Сосредоточься на своем пути, хорошо? И с каких пор этим занимаюсь я? Ну, если все рычаги дерну я, что останется тебе? Ничего. Умница. Готова? Тут переключатель. Что-то открылось. Я тут застряла, но на той стороне какой-то рычаг. Отлично. Эцио принимает ванну вместе с Катериной Сфорца, а я плаваю в туалете. Есть, получилось! Впереди еще один рычаг. Иди сюда! Как холодно! Хватит ныть! Тебе легко говорить. Ты же не плаваешь в какой-то средневековой помойке. Как я воняю. Ты преувеличиваешь. Не забывай, ты живешь в этом времени. Да, да.
Готова? Давай. Не пришлось мокнуть. Потому что есть. Очаровательно. Я такая. Держу тебя. Спасибо. Эдсо! Мы уже на другой стороне! Прекрасно. Мост накрылся. Здесь нам не прыгнуть. Есть идея, но понадобится твоя помощь. Встань у края и приготовься. Готов. Есть! Давай посмотрим. Да ты иди, чего там, а я тут сдохну на потеху летучим мышам. Прыгай давай. Отлично. Вот обломки для летучих мышей. Пока что да. Солдаты, я нашел вход. Дай мне только опустить для тебя этот мост. Последний опускала я. Надеюсь, что для тебя последний. Ха-ха, очень смешно. Есть! Спасибо, Дезмонд. Теперь моя очередь сравнять счет. Готово. Спасибо. Уже что-то. Давай, колдуй. И вверх. Спасибо. Мы классная команда. Ладно. Идем, Дезмонд, идем. Я вижу святилище. Ого! Похоже, Эдсо вернулся сюда после нападения. Но зачем? Дезмонд! Давай откроем дверь.
Тут что-то есть. Дезмонд, ты можешь? У вас получилось? Наконец-то, черт побери. Что это? Кажется, это оставил Эцио. Тут внизу числа. 14-19, 14-20 и 14-21. Может, приляжешь ненадолго? Нет, все нормально. Ого, строили на века. Следов структурных повреждений нет, сотовые тоже не ловят. Здесь должно быть безопасно. Поставим анимус тут. Так, здесь все в порядке. Шон, спрячь фургон в городе. И не приведи хвост. Что? Что это за вонь? Моя одежда. Ты что, плавал по канализации? Это все из-за Люси. Нам понадобится электричество. Можно подключиться к местной линии, но у нее мощность маленькая. А, ну да, конечно, да. А больше вам ничего не нужно? Не желаете ли икры? Может, связать вам красивые шапочки? Нет? Ладно, за мной.